В этой яркой фуре товары первой необходимости. Преимущественно крупы – гречка, рис, горох и другие продукты долгого хранения. В помощь пострадавшим на Донбассе их символично отправили в День России. С начала операции наши однопартийцы отправили десятки тонн груза на Донбасс. И сегодня это очередной груз, который идет в поддержку жителей Донбасса. И это говорит о том, что партийцы города Барнаула сильны единством. И говорит о том, что партийцы города Барнаула своих не бросают. Такую поддержку донбассовцев барнаульцы одобряют. Перед отправкой груза горожане подходили к фуре, чтобы поблагодарить организаторов гуманитарной акции. В этот день, в День России, я хочу сказать большое спасибо партии «Единая Россия» за то, что они оказывают такую большую поддержку нашим соотечественникам на Донбассе. Добавим, что неделю назад наш регион взял шефство над славяно-сербским районом Луганской Народной Республики. Оттуда на днях вернулась делегация наших руководителей, которые, оценив обстановку в подшефном районе, наметили планы по восстановлению его инфраструктуры, жилья и социальных объектов. Елена Макаренко, «День с толком».